Знаете, ребята, все мы не любим спойлеры, все мы смотрим что-нибудь. Аниме, сериальчики, книги читаем, еще что-нибудь. И время от времени мы заходим на форумы или просто сразу под сериалом, там есть комментарии. И вот, заходите вы и видите спойлер. И сразу же... Как можно спойлерить? Зачем вы спойлерите? Ребята, вы зашли в комментарии под сериалом. Что может быть в комментариях там под сериалом, еще что-нибудь? Я думаю, там будут обсуждать политику. Конечно же политика. Какие спойлеры? Какое обсуждение сериала там или еще что-нибудь? Ну блин, это же невозможно. А я-то дурак. Ай-яй-яй, вот оно. Не, ну серьезно, что вы хотите увидеть в комментариях? В комментариях обычно обсуждают сериал, там еще что-нибудь, ну, словом, вы поняли. Что вы там хотите увидеть? Я не понимаю, что вы там хотите увидеть? Вы хотите увидеть там... Трампа? Путина? Войну? Там... каких-то блогеров, ну я не знаю, ну какие там еще темы сегодня интересные. АУЕ, я даже не представляю, насколько нужно быть тупым, чтобы зайти в комментарии и надеяться, что там не будет спойлеров. Просто их не будет, понимаете? Их не будет. Под каждым сериалом, под всем, где есть комментарии, есть такой комментарий. Зачем вы спойлерите? Ну вот зачем? Я еще там не посмотрел. Что вы там хотите увидеть? Я не понимаю, каким нужно быть отсталым дауном, чтобы не понимать, что там будут спойлеры. Алло, ребята, вы где живете? Ах.